Чем больше развита цивилизация, тем больше болезней. Заразен ли рак? Может ли стресс спровоцировать онкологию? Опасаться ли рака груди мужчинам? Доктор ответит на все ваши вопросы. 23 сентября. О здоровье молочной железы. В студии заместитель главного врача областного клинического онкодиспансера Татьяна Золотарева. 23 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».